Сделаю пояснение вот перед отъездом по поводу этих частот и по поводу того, как работала та установка полностью, которую вы приезжали смотреть. То есть вот ее схема, вся с блоком синхронизации, вот катушка. Она у тебя есть? Сейчас еще раз скину. Так, вот она наша главная эта катушка, первая. То есть сейчас я буду находить полностью все режимы работы моего заземления на базе вот этой катушки. То есть уже научился, поэтому пофиг. Вот просто берем катушку, сейчас найдем ее собственные резонансные частоты. Вот этой катушки. То есть это сотая труба, намотана 1 мм кабель. Вот. Подсоединено сейчас и генератор, и осциллограф. Вот таким образом, к одному концу и генератор, и к этому же концу осциллограф. Она сейчас висит в воздухе. Сейчас я дорисую. Мои приборы, они все заземлены. Вот так. Это земля 2. Она простенькая. Киловатт даже не выдергивает. То есть киловатт не цепляешь, она уже потери идут. То есть здесь аммическое сопротивление очень большое. Ну, для генератора, для аппаратуры вполне достаточно. Вот. То есть вот сейчас вот таким образом подключено. Сейчас я буду подавать частоту и найдем просто резонансную частоту вот этой катушки. Как она вот сейчас здесь есть, вот так на столе лежит, со всеми предметами, кто какие рядом находятся. Вот сейчас будем искать. То есть просто резонанс самой катушки ищем. Я просто уже искал, у меня здесь вот поблизости, вот он. Да, все пляшет. Но амплитуда, вот, максимальная амплитуда, вот она у нас. Поднялась. Сейчас чуть-чуть еще можно. Она очень-очень жесткая. Вот именно вот в таком плане, когда она в воздухе. Очень жесткий резонанс. Вот. Максимальная амплитуда. Триггер чуть-чуть ошибается, понятно. Минус не висит. 1 МГц. 1,83 кГц. 1 МГц. Ну, грубо 1 МГц. Так вот. Чисто резонансная вот эта частота вот этой катушки сейчас. Вот так, лежащая на столе. 1 МГц. Теперь мы сюда, к этой катушке, вот к этому концу, подключаем наше заземление. Рабочее. То есть это первое заземление рабочее. Вот. И теперь в совокупности с частотами, которые идут из земли, или которые будут возбуждаться, будем искать максимальный пик амплитуды вот этой катушки. Это 1 мегагерцовая. То есть ее собственный резонанс 1 мег. 1 метр, короче. Мегагерц. Вот. Подключаем наше заземление ко второму концу. Вот оно. Все, подключили ко второму концу. Резонанса, естественно, нету. Теперь ищем резонанс. Максимальный пик амплитуды. Понятно, что он уже не может быть, даже уже не быть таким, как он был свободным, но он появится. Ну вот на 4 что-то появлялось. У нас ошибка высокие, мало интересует. Так, срывает. Плохо здесь уже идет модуляция, лезет 50 Гц. Вот он. Вот он прыгал.
Вот, максимальный пик. Вот он. Причем пик получился намного больше даже, чем свободный, да? То есть ход. Ну, то есть амплитуда. И вот она, наша частота. Почти 5 МГц. То есть смотри. Колебательный контур, резонансная частота которого, собственно, 1 МГц, начал колебаться намного серьезнее при подключении Земли, да, на 4 и 8. Так вот, здесь сейчас получилось, в совокупности работает с одной из гармоник. То есть это в районе 5 МГц. Вот это одна. Но на нее очень сложно сделать что-либо высокое, так что ищем именно третью. Я знаю, что это уже четвертая и пятая, или пятая даже по своему заземлению, то есть по отношению к моему, к моей земле. То есть искать будем чуть пониже, потому что если их рассмотреть, они немножко кривые. Вот. Но между прочим, в них, вон, в этих 4 мегагерцах присутствует еще одна, уже ломленная. То есть можно лезть еще выше. Я так думаю, как и у Смита, что он еще выше стал. Но мы не будем. Мы сейчас будем делать, искать то, на чем мы можем сделать. Пошли ниже. Все. Вот теперь кратность будем искать. Кратность, кратность, кратность. Вот она. Потом плохо расплывается. Вот она. Очень четко. Можно проскочить. Потому что их тут куча. Вот она. Вот. Вот она. Максимальная амплитуда. Почему она так не вырастает, ни шибко не пляшет? Потому что сейчас колебания с Земли не совпадают с резонансными частотами контура. Но нам надо определить их, увидеть через катушку. Вот они. 1,847. В прошлый раз, когда я проверял до переделки заземления, они у меня встали на 1,7. То есть, вот она. 1,7. Это уже реально мегагерц. Так вот, 1,7 МГц. Вот она эта штучка, которую, то есть я дома свободно собирал и уже игрался с ней. То есть, вот 1,7 МГц сама Земля, вместе, конечно, с куском кабеля, с учетом, у нас как раз получилось 1,8. Да? Но сейчас здесь новый кабель заземления, то есть это сейчас не... у меня в прошлый раз кабель заземления рабочий был, когда было 1,7. У меня был линцентрат, то есть шло несколько проводов в кабеле заземления до самой установки. Сейчас этого нету, то есть простой кабель, вот он. Естественно, он вносит свои погрешности, да? И поэтому сейчас система показывает 1,8. Чуть-чуть больше, да? Добавилась индуктивность кабеля. Это ничего страшного. То есть, все равно мы знаем коридор. То есть, вот именно к этому куску кабеля, вот именно прямо сюда, когда подключать, надо делать нашу, в первую очередь, Теслу. То есть, саму Теслу передающую. Вот эту. Делать именно на 1,8. На 1,8 МГц. Так вот, когда Тесла начнет работать совокупностью с частотой Земли 1,8 МГц, она начнет при минимальных затратах выдавать максимальную амплитуду. То есть все. То есть вот этот колебательный контур Теслы. Вот этот. Будет работать совокупностью с гармоникой Земли. И вот на эту же частоту надо настроить вот этот конденсатор. То есть вот этот конденсатор наш. Вот этот.
приемный. Я понимаю, что я сейчас на видео не буду затрагивать все атомарные процессы, происходящие вот здесь межвитковые, за счет которых, конечно, по сути дела, у нас и происходит накопление электронов. Вот. Так вот, вот эта штучка должна, собственные колебания резонансные быть по максимальной близости к 1,8 МГц. Сама Тесла должна без вот этой без учета вот этой емкости, то есть сам колебательный контур уже должен стараться стремиться встать ровно на 1,8 МГц. Потому что при подключении потом вот этой антенны и в совокупности работы вот этой системы она не забьется, потому что ее собственной резонансной частотой 1,7, у этой 1,7, то есть вот это все станет гармонично. Конечно, оно возможно будет по какому-то концу противофазе, но это не важно. Вот. Так что вот, вот так я определял и настраивал. Почему с этой конструкцией очень просто и она очень стабильно получилась работа? Потому что я все уже частоты заземления знаю. Так, теперь, определив частоту Теслы, определив частоту накопительного конденсатора катушки, мы можем определить, какую же гармонику нам выбрать низкочастотную. Вот эту. Да? Тут можно просто математически уже пойти. То есть, если это 1,7-1,8 МГц, то есть высокая, то низкую мы уже можем кратную выбрать. И в ней уже запустить наши три амплитуды. Почему три? Давай развернем наши все эти штуки. Как они рвутся. То есть, видишь, как они рвутся? Как старается сама Земля уже на более высоких частотах. Вот под них и надо попасть. То есть, это просто, да, можно математику. То есть, в 3 раза меньше. Можно в 6 раз меньше. Но я делаю не так. Я все-таки вот так же проверяю еще и на какой низкой частоте. Потому что математика математикой, а по факту низкая частота может быть чуть вправо, либо чуть влево. Вот. Для определения низкочастотного колебания, то есть вот этого LC-контура, я проверяю точно так же. Можно сделать 2-3 таких катушки и убедиться в 10 раз. То есть, допустим, 3 разные катушки вот такие. На 40-й, на 100-й трубе. Узнать их нерезонансные частоты, а потом их прогнать к заземлению полученному, все равно упираешься практически в одни и те же частоты. То есть теперь надо определиться с низкой частотой. С низкой частотой определяемся точно так же. Ищем землю. То есть на какой у нас будет токовое движение. Все. Теперь уходим от нашей резонансной частоты. И переходим на очень низкие частоты. И что мы видим? Я просто уже примерно сам знаю. Вот она. А в ней уже, в них уже присутствует наш 1,7 МГц. Вот они. Вот они, красавцы. Кстати, здесь низкочастотный порог очень большой на самом деле. Сейчас. Вот он. Красота какая. Ну просто как ему еще определить, показать. Находим. Вот, более стабильную частоту. Вот она. Нашли. Здесь я убавил. А вот низкая частота. Начиная от 7 кГц, 7,8 кГц. Идем выше. Нам нужна кратность частот. Вот кратность попали, более стабильная. 18 кГц. Вот самый удачный вариант. 18 кГц. Но я делал на 32. Сейчас посмотрим, что у нас на 32. Вот они. То есть порог до 32. Дальше уже падение амплитуды. То есть от 17 кГц до 32.
То есть вот этот контур, вот я и написал 17,37. Все. Это совпадает, опять-таки же, с низкочастотным колебанием Земли. Они есть еще ниже, но на воздушном трансформаторе ниже опускаться 17 кГц смысла нет. Все, теперь смотри, мы определились. Здесь 1,7 МГц. Здесь 1,7 МГц. Здесь от 17 до 30 кГц. Сигнал синусоидальный, поэтому посрать. Он будет складываться. Вот здесь. Вот так. И все упирается только в частоты заземления. Так, ну а теперь как бы самое главное. Что делает эту установку волшебной? Пару слов. Тебе будет, Виталя, понятно. То есть я же заострил внимание, да? Что способствует накоплению? То есть это не какие-то особые резонансы электронов, не какие-то фантастические частоты. Ну, конечно, это все надо учить, за счет этого, учитывать. И за счет этого мы имеем как таковое токовое движение, да? То есть силу, которая это все двигает. Но как же происходит накопление? Почему буквально на 10-15 витках у нас получается амплитуда реактивки за 600 вольт переваливает, активка как раз получается. То есть за счет чего вот здесь происходит накопление. То есть всей этой системы. То есть, когда мы в совокупности с Землей сделали нашу Теслу, мы имеем вот такой синус у нас здесь. Так, частота этого синуса мы уже выяснили, здесь у меня в районе 1,7-1,8 МГц. Что получается? У нас получается фронт рабочий. Вот такой. Вот он. Если его еще и делить отрицательно Земли, вот, нас интересует только верхний полупериод. Почему? То есть здесь у нас работают чисто легкий водород. Не более того. То есть фронт удара проверено на 10 раз. Вот. Для чего нужна вот эта шняга? Все ее цепляют, не понимая, что они делают, для чего. То есть, к чему я это говорю? Допустим, все, мы соблюли все частоты в совокупности, работу Тесла с Землей. Все, мы получили нашу долгожданную прибавку по движению. То есть затраты наши токовые уже будут намного меньше, чем здесь. То есть что сейчас, в принципе, Виталий, на что ты и встал. То есть как бы есть добавка, да, которая, ну, допустим, мы загоняем в нашу систему в совокупности, допустим, загнали мы 100 ватт в нее, в работу, мы как бы видим на выходе наши уже 400 ватт. Ну, грубо говоря. Да? То есть мы видим, что к нам подключаются вот эти токовые движения. У тебя этого мало, и как такового нет 400, там ватт 200 у тебя. То есть 50%, ой, 100% сверху, ватт 200 у тебя работает на лампе. О чем это говорит? О том, что у тебя частично включается совокупность работы. То есть у тебя это не подогнано. Вот. То есть подогнав, мы как раз и увидим 1,500. То есть 500 ватт как бы будет на выходе, да? Но у нас не будет амплитуды. То есть в токовом движении мы увидим, если не как вот частично ловить, а именно все в совокупности, мы увидим прибавку. Возможно сделать самозапит. То есть сделать свой инвертор, рассчитанный на 100 вольт. То есть амплитуды как таковой выходной не будет. И сделать самозапит. И в этом режиме мы увидим, что установка просто работает сама на себя. Более того, любое вмешательство в нее полностью глушит ее. Теперь, когда у нас все совокупно работает, мы имеем токовое движение, в которое мы уже можем не влазить. Наша задача заставить работать вот этот накопитель, так сказать, электронов из среды. То есть все вот это пространство заставить работать. Вот. Большое внимание не буду делать, рассказывать про все процессы. Тебе будет и так понятно. То есть, что делает наша вот эта штучка. Вот.
Вот это индуктивность между нашей Теслой и ударной антенной. А делает она следующее. Ее индуктивность как раз, она подстраивается практически буквально на ходу. И чуть-чуть еще подстраивается, когда уже даже включалась она, эта установка. Что она делает? Индуктивность этой катушки как раз равняется меня вот этому полупериоду. Вот этому. То есть, соответственно, будет вот этому равняться ударная. Что происходит? А происходит у нас следующее. Когда у нас вот так амплитуда идет, то есть я ее вот нарисую, то есть фронт у нас он очень мягкий, вот такой плавный, даже с учетом, что он 1,7 МГц. Подключив вот эту индуктивность сюда, мы позволяем вот в этот промежуток времени накапливать этой индуктивности ток. А вот здесь уже, когда индуктивность накопила ток, мы видим вот такой выброс на антенне. И вот именно этот фронт уже равняется скорости соударения атомов, практически равной скорости соударения атомов именно водорода в плазме. То есть вот этот фронт, он уже наносекундный. И вот именно вот эта индуктивность позволяет вот тут накопить и произвести удар. А затем уже плавный сход. Причем никак это не мешает работе Теслы. То есть вот эта индуктивность съедает вот этот фронт вот до сюда. Где-то здесь она уже накопила и полностью выдает бросок. Причем вот эта как бы резинка позволяет Тесле в полном объеме практически набрать. То есть на Тесле мы видим вот так набор почти полный. То есть она в полном резонансе. Затем она видит нагрузку, так как индуктивность. И она ее свободно выдерживает. И на антенне мы видим вот такой бросок. Вот это фронт удара в совокупности с работой с общей. И позволяет здесь появиться тому, Виталь, вот как раз тому, что ты наблюдаешь в ударной своем разряднике. То есть, вот здесь происходит резкое разделение зарядов и их продолжительное движение, вот такое, в совокупности с работой низкочастотного. То есть, вот как раз этот фронт позволяет сделать удар. Почему он эффективней? Я согласен, что этот фронт никогда не будет жестче разрядника. Но, смотри, в разряднике у тебя ты используешь ТВС-ку, да? У тебя фронт удара, вот ТВС-ки, вот здесь разделение зарядов, у ТВС-ки выход, максимально 3, ну может быть 3,5 тысячи вольт. То есть твой разрядник бьет 3-3,5 тысячи вольт. У Теслы же вот здесь переваливает за кило, за десятки киловольт. То есть я измерял, когда еще был щуп, позволяющий лезть в 36 тысяч вольт. Так вот этот щуп 36 тысяч вольт не выдерживал. То есть здесь больше было 36 тысяч вольт. То есть к чему я говорю? Я согласен, что вот этот период накопления уже будет на антенне нарастать. Может быть будет вот тут вот нарост уже на антенне до 1000 вольт. Но после того, как индуктивность сожмется, мы появим выброс вот этот силы удара инерционной амплитудой за 36 тысяч вольт. То есть, да, мы имеем фронт у нас короче, чем в разряднике, но за счет протяженности амплитуды в десятки раз превышающей фронт разряда простой ТВС-ки, мы выигрываем. То есть получается, если ты ТВС-кой производишь вот этот фронт, который ты видишь, индуктивный, да, такой нарост напряжения, всего лишь 3000 вольт, то я использую 36 тысяч вольт, даже больше. Вот так. Achten
24. September 2013 und ich darf Ihnen heute eine stationäre autonome Anlage im Freien präsentieren. Hier sehen Sie die Anlage, die mit einem Batterie-Akkusatz betrieben wird. Das ist der Impulsgeber, den ich nachher, wenn ich es eingeschaltet habe, auch gleich ausschalten kann. Hier geht der Verbraucher über dieses Kabel auf vier Lampen. Diese vier Lampen haben 1000 Watt, 1 Kilowatt, die hier permanent zur Verfügung stehen. Der Anschluss ist nur noch über eine Erdung, ein Erdungskabel, über ein 2,5 Meter tiefes Rohr verbunden. Und ich schalte jetzt das Ganze mal an, damit Sie sehen, wie hier die Lampen sofort anfangen zu leuchten. Und die Anlage läuft ohne Probleme. Diese Anlage ist bis zu 5 Kilowatt ausgelegt. Sie sehen gleich, dass hier das Erdkabel, ja, hinten auf der Rückseite angeschlossen ist, wenn Sie jetzt mir kurz folgen wollen. Batterie weg. Ja, die Batterie nehmen wir jetzt erstmal noch weg, damit Sie einfach sehen, dass hier, ja, der Akkumulator komplett ausgeschlossen worden ist und wir von der Rückseite uns nochmal die Erdung anschauen. Sie sehen hier, das Erdkabel verläuft hier, ja, und geht in das Rohr, was eine normale Erdung darstellt. Ja. Ich kann es ohne Probleme anfassen. Ja. Und ja, das Einzige, was man braucht, eine hervorragende normale Erdung. Und über das Erdkabel, wo das elektromagnetische Feld auch aus der Luft mit genutzt wird. Wir sehen jetzt hier wieder die Anlage in Betrieb auf einem kleinen Glasbottich, wo die vier Lampen diese 1000 Watt uns permanent zur Verfügung stellen und wir schon seit anderthalb Stunden hier permanent zugange sind und die Aufnahmen hier präsentieren. Ich kann jetzt das ganze System ausschalten, ja, und die Lampen dann werden sich ausschalten. Sie sehen, ohne den Akku, ja, schaltet das System nicht an, der als Impulsgeber zur Verfügung steht. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für diesen historischen Moment. Так, ну вот, первый действующий образец на территории Штутгарта. Получилось зафиксировать сам рабочий процесс. Мощность здесь не играет роли. Я так думаю, измеряю токи не делал. Где-то ватт 25, не больше. Сейчас установка выдает. На этом тесте присутствует директор компании Steho Energy Артур Тринкли. Роман Чигит. Ну так, Артур, не зря год мучились. Не зря. Конечно, я немножко недоволен результатом, но теперь хоть будет настроение подойти к более, ну, такой существенной, серьезной работе здесь уже на территории Германии. Надо съездить к Виталию, к Тигру нашему, тоже узнать, как у него дела, помочь ему добиться хотя бы такого же результата и уже двигаться дальше. Ура! Ура, товарищи! То ли еще будет!
Я думаю, мы до киловатта дойдем в ближайшие полгода. Да? Я думаю, Артур, дойдем. У меня есть мысли, в чем проблемки. То есть организуем правильную работу и дойдем. До тех уровней, которых меня получилось достичь на территории Казахстана, я думаю, мы здесь дойдем быстро. Да. Дальше уже, Артур, кривить душой не буду, не знаю, как получится. Но до тех уровней, которые я смог достичь, мы сможем сделать в ближайшее время.